Военно-космическая академия имени Александра Федоровича Можайского, один из старейших военных вузов страны, ведет свою историю от первой военной инженерной школы, созданной указом Петра I от 16 января 1712 года. Это было первое в России военно-учебное заведение, в котором осуществлялось политехническое обучение. Впоследствии военно-инженерная школа в 1800 году была преобразована во второй кадетский корпус. По его подобию формировались другие военно-учебные заведения России. Выпускниками военно-инженерной школы второго кадетского корпуса в разные годы были многие полководцы, государственные деятели, военные инженеры. В их числе фельдмаршал Кутузов, создатель боевых пороховых ракет генерал Засядко. В этих стенах читали лекции и проводили занятия с воспитанниками Ломоносов, Добролюбов, Чернышевский и Менделеев. После Октябрьской революции 1917 года в зданиях бывшего второго кадетского корпуса были размещены два военно-учебных заведения военно-воздушных сил – военно-техническая школа Красного воздушного флота и военно-теоретическая школа Красного воздушного флота. В учебных заведениях готовили офицеров для военно-воздушных сил Красной армии. В разные годы выпускниками школы стали прославленные авиаторы и герои Советского Союза Лебедевский, Каманин, Байдуков, Коккинаки, Слепнев и Покрышкин. Приказом Народного комиссара обороны СССР от 27 марта 1941 года на базе школ Красного воздушного флота была создана Ленинградская военно-воздушная академия Красной армии. С началом Великой Отечественной войны только в 1941 году академия успела сделать 3 выпуска и дать фронту 246 квалифицированных инженеров. А всего за годы войны академия подготовила около 2000 военных авиационных специалистов. 9 выпускников академии в годы Великой Отечественной войны стали героями Советского Союза. 19 марта 1955 года приказом министра обороны СССР Ленинградской военно-воздушной академии Красной армии присвоено имя Александра Федоровича Можайского. В 1960 году академия начала подготовку офицеров-специалистов по эксплуатации ракетно-космической техники. Приказом министра обороны Российской Федерации от 22 сентября 1994 года установлена правопреемственность Академии и инженерной школы, созданной Петром I, и определена дата создания Академии – 16 января 1712 года. В настоящее время Военно-космическая академия имени Александра Федоровича Можайского – системообразующий политехнический вуз Министерства обороны Российской Федерации, ведущий учебный, научный и методический центр в области военно-космической деятельности, инфотелекоммуникационных технологий и технологий сбора и обработки специальной информации. Главной задачей Академии является подготовка кадров для войск воздушно-космической обороны Главного управления Генерального штаба, Военно-топографического управления Вооруженных сил Российской Федерации, других министерств и ведомств, в которых предусмотрена военная служба. В свете проводимой реформы системы военного образования Министерства обороны Российской Федерации в Академии проведены масштабные структурные изменения. В настоящее время Академия осуществляет полную военно-специальную подготовку офицеров на 9 факультетах по 39 военным специальностям и одной специализации, среднюю военно-специальную подготовку сержантов старшин контрактной службы по одной военной специальности из 6 имеющихся в лицензии, профессиональную переподготовку и повышение квалификации военных специалистов по 94 специальностям, в том числе по 10 специальностям высшей военной оперативно-тактической подготовки, а также переподготовку военнослужащих, увольняемых в запас. 27 марта 1941 года на базе Института инженеров Гражданского воздушного флота в составе Ленинградской военно-воздушной академии Красной армии был образован механический факультет, факультет номер 1. С первых дней образования он удостоился названия «инженерный». Именно этот факультет на протяжении всей своей истории был и остается определяющим в принадлежности и направленности академии. Факультет готовит курсантов по 5 специальностям, которые полностью охватывают систему эксплуатации космических средств. В его составе 6 кафедр. Кафедра контроля качества и испытания вооружения, военной и специальной техники. Кафедра космических аппаратов и средств межорбитальной транспортировки. Кафедра конструкции ракет-носителей и ракетных двигателей. Кафедра стартовых и технических комплексов.
кафедра заправочного оборудования, кафедра навигационно-баллистического обеспечения, применения космических средств и теории полета летательных аппаратов. Сегодня научный потенциал факультета составляют 11 докторов технических наук, 9 профессоров, 47 кандидатов технических наук, 25 доцентов. Факультет по праву гордится своими выпускниками. Среди них руководитель Федерального космического агентства генерал армии Владимир Александрович Поповкин, первый космонавт космических войск, герой России, полковник Юрий Георгиевич Шаргин, начальники и заместители начальников космодромов, ведущие научные сотрудники научно-исследовательских институтов Министерства обороны Российской Федерации. Сегодня факультет решает сложные задачи, формируются образовательные программы третьего поколения, разрабатываются новые стандарты обучения, модернизируется учебно-материальная база. С момента образования космических войск факультет проводит подготовку специалистов для частей запуска и управления орбитальными группировками. В настоящее время факультет систем управления ракетно-космических комплексов имеет в своем составе 5 кафедр: автономных систем управления, бортового электрооборудования и энергетических систем летательных аппаратов, управления организационно-техническими системами космического назначения, бортовых информационных и измерительных комплексов, автоматизированных систем подготовки и пуска ракет космического назначения. На факультете осуществляется подготовка военных инженеров для войск воздушно-космической обороны по 4 специальностям: системы управления летательными аппаратами, применение подразделений запуска, эксплуатация автоматизированных систем подготовки и запуска ракет и космических аппаратов, эксплуатация оптических и оптико-электронных средств космических аппаратов. Научно-педагогический коллектив включает 6 докторов наук и 50 кандидатов наук. Ученое звание профессор имеют 6, доцент – 27 преподавателей. Это обеспечивает высокий уровень учебно-методической и научно-исследовательской работы. На факультете работали почетные профессора Академии Валентин Михайлович Пономарев и Валентин Владимирович Смирнов. В настоящее время продолжает работать Сергей Викторович Лучко, доктор технических наук, профессор, полковник, начальник кафедры. Радиотехнический факультет, ныне факультет радиоэлектронных систем космических комплексов, был создан 17 января 1946 года на базе факультета электроспецоборудования, на котором к тому времени уже осуществлялось обучение офицеров, специалистов по авиационному радиооборудованию. В настоящее время в составе факультета 6 кафедр, передающих антенно-фидерных устройств и средств СЭФ, космических радиотехнических систем, космической радиолокации и радионавигации, телеметрических систем и комплексной обработки информации, кафедра сетей и систем связи космических комплексов, приемных устройств и радиоавтоматики. Научные школы факультета охватывают фундаментальные и наиболее наукоемкие направления космической радиоэлектроники. За годы существования факультета в этих научных школах подготовлено 35 докторов наук и более 180 кандидатов наук. Научный потенциал факультета составляют 57 кандидатов и 4 доктора наук. В области создания и применения малых космических аппаратов факультету принадлежит приоритет в создании учебно-экспериментальных космических аппаратов серии «Можайт» и разработки программ проведения с ними космических экспериментов по отработке и испытаниям элементов перспективных космических систем. Факультет оснащен всеми бортовыми и наземными информационно-телеметрическими средствами, находящимися на вооружении войск воздушно-космической обороны Российской Федерации. Сотрудники факультета являются постоянными участниками рабочей группы по разработке новых навигационных сигналов модернизируемой глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. 27 марта 1941 года была создана Ленинградская военно-воздушная инженерная академия Красной Армии, в составе которой был организован факультет аэродромостроения. В настоящее время, в условиях реформирования армии и переходе на обучение по новым образовательным стандартам, перед факультетом ставятся новые задачи по подготовке кадров для обновленных вооруженных сил Российской Федерации и переподготовке военнослужащих, увольняемых в запас. В составе факультета 4 кафедры: инженерного обеспечения и маскировки, специальных сооружений ракетно-космических комплексов, систем жизнеобеспечения объектов наземной космической инфраструктуры, энергоснабжения объектов наземной космической инфраструктуры.
осуществляется подготовка военных инженеров по специальности, эксплуатация и проектирование зданий и сооружений, эксплуатация технических систем и систем жизнеобеспечения наземных и подземных сооружений ракетно-космических комплексов, теплогазоснабжение и вентиляция, эксплуатация средств электроснабжения объектов специального назначения. Основным заказчиком является Инженерно-космическая служба войск воздушно-космической обороны. Кафедрами факультета выполнено большое количество научно-исследовательских работ, направленных на усовершенствование методов проектирования и применения зданий, сооружений и их инженерного оборудования. На базе обеспечения учебного процесса расположен энергополигон, учебно-инженерный городок с фрагментами конструкций фортификационных сооружений, инженерных заграждений и маскировки боевых позиций. Научно-педагогический коллектив включает в себя 4 доктора наук и 56 кандидатов наук. Ученое звание профессор имеют 6, доцент – 22 преподавателя. В свое время факультет окончил основоположник Российской научной школы неразрушающего контроля в строительстве Николай Алексеевич Крылов. Факультет сбора и обработки информации был образован в 1977 году на базе факультета прикладной космофизики и метеорологии Военного инженерного краснознаменного института имени Можайского в составе 5 военных специальных кафедр и учебной военной геодезической обсерватории. Факультет готовит курсантов по 5 специальностям – оптико-электронных средств контроля, технологии средств геофизического обеспечения войск, инженерного анализа, космического радиоэлектронного контроля, комплексного радиоэлектронного контроля. Сформированы и активно функционируют 4 научные школы. Научная школа военно-прикладной геофизики, научная школа по теории эффективности целенаправленных процессов, научная школа по оптико-электронным средствам контроля и обработки изображений, научная школа по радиотехническим системам контроля и анализа информации. В рамках этих научных школ подготовлено 44 доктора и более 200 кандидатов военных, технических, физико-математических и географических наук. За время существования факультета 74 человека окончили его золотой медалью. Из года в год курсанты факультета занимают первые и призовые места на городских, региональных и всероссийских конкурсах на лучшую студенческую научную работу. На факультете в настоящее время трудятся 2 заслуженных деятеля науки Российской Федерации, 3 доктора и 35 кандидатов военных, технических, физико-математических и географических наук. Выпускниками этого факультета в свое время стали Герой России, лауреат государственной премии, советник президента Российской Федерации, доктор технических наук, профессор, генерал-полковник Сергей Иванович Григоров, а также начальник военно-космической академии имени Можайского, доктор физико-математических наук, профессор, генерал-майор Станислав Станиславович Суворов. На факультете осуществляется подготовка военных инженеров для войск воздушно-космической обороны, центральных органов военного управления, а также для других министерств и ведомств, в которых предусмотрена военная служба. В настоящее время в составе факультета 5 кафедр. Систем сбора и обработки информации, информационно-вычислительных систем и сетей, математического и программного обеспечения, комплексов и средств информационной безопасности, информационно-аналитической работы. Факультет предназначен для подготовки офицеров по специальностям, охватывающим сферу информационно-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. Разработка защищенного программного обеспечения, применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения, радиоэлектронная борьба. Научно-педагогический потенциал факультета составляют 10 докторов наук, 63 кандидата наук, из них 3 заслуженных деятеля науки, 8 профессоров, 31 доцент. На факультете работают заслуженные профессора Академии. Юрий Григорьевич Ростовцев, заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор технических наук, автор более 200 научных и учебно-методических трудов. Олег Евграфович Молчанов, кандидат технических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования, автор более 60 изобретений и 80 научных и учебно-методических работ. Юрий Иванович Рыжиков, заслуженный деятель науки Российской Федерации, автор 260 научных и учебно-методических работ. В 2006 году в состав Военно-космической академии имени Можайского вошел Военный институт топографический.
В 2011 году военный институт в составе Военно-космической академии реорганизован в факультет топогеодезического обеспечения и картографии. В составе факультета 5 кафедр: топогеодезического обеспечения, картографии, высшей геодезии, фототопографии и фотограмметрии, метрологического обеспечения вооружения, военной и специальной техники. В настоящее время факультет готовит курсантов по специальностям: среднее профессиональное образование – прикладная геодезия, высшее профессиональное образование – астронома-геодезия, аэрофотогеодезия, картография. Факультет также осуществляет повышение квалификации специалистов топографической службы Вооруженных сил Российской Федерации и переподготовку увольняемых военнослужащих к новому виду деятельности в сфере кадастровых отношений и эксплуатации геодезической техники. Выпускники Кудрявцев Марк Карпович, Бызов Борис Ефимович в разные годы прошли путь от курсанта до начальника топографической службы Вооруженных сил. Среди выпускников факультета – начальник штаба тыла Ленинградского военного округа генерал-майор Вячеслав Дмитриевич Санталов, начальник Главного управления геодезии и картографии при Совете министров СССР генерал-майор Николай Дмитриевич Жданов. Факультет был создан на базе двух бывших структурных подразделений Академии – Военного института систем и средств обеспечения войск в городе Пушкин и филиала Академии в поселке городского типа Кубинка. Оба структурных подразделения Академии долгое время являлись важными элементами системы подготовки кадров для войск противовоздушной обороны страны, ракетных войск стратегического назначения и космических войск. В составе факультета 4 кафедры, охватывающие весь спектр средств ракетно-космической обороны, а также тактики их применения. Сегодня на факультете организована подготовка офицерских кадров для войск Воздушно-космической обороны России и других ведомств по направлению подготовки радиотехника по специальности «Специальные радиотехнические системы». Основным заказчиком специалистов являются войска Воздушно-космической обороны. На факультете трудятся 4 доктора и 28 кандидатов наук, трое из которых имеют ученое звание профессора, 13 – ученое звание доцента, двое – старшего научного сотрудника. Два преподавателя являются почетными работниками высшего профессионального образования Российской Федерации. Славное прошлое факультета, его традиции, накопленный опыт организации образовательного процесса, современная учебно-лабораторная база, высокая квалификация преподавателей – все это составляет главные предпосылки и условия для успешного решения задач современной военной реформы, главным содержанием которой является создание механизма обеспечения безопасности страны и эффективного военного строительства. Факультет автоматизированных систем управления войсками был сформирован 18 октября 2011 года на базе факультета автоматизированной системы управления и связи. В настоящее время на факультете 5 кафедр: системного анализа и математического обеспечения, технологии и средств технического обеспечения и эксплуатации, технологии и средств комплексной обработки и передачи информации, автоматизированных систем управления космических комплексов, автоматизированных систем управления войсками воздушно-космической обороны. Факультет готовит курсантов по специальностям: математическое обеспечение автоматизированных систем управления космическими аппаратами, автоматизированные системы обработки информации и управления, вычислительные машины, комплексы, системы и сети, программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем, техническое обслуживание средств вычислительной техники, компьютерных сетей. На факультете создана научная школа автоматизации управления сложными организационно-техническими системами. 29 июня 1941 года на основании директивы Генерального штаба Красной Армии создаются трехмесячные курсы подготовки инженеров. За много лет существования данное подразделение претерпело множество изменений и реорганизаций, в результате которых 1 сентября 2009 года был создан факультет переподготовки и повышения квалификации с новой штатной структурой. В настоящее время факультет занимается переподготовкой офицеров с высшей военной оперативно-тактической подготовкой по 11 специальностям, повышением квалификации специалистов из войск по 85 специальностям, профессиональной переподготовкой увольняемых военнослужащих с высшим образованием по 30 специальностям, со средним образованием по 9 специальностям и по 3 рабочим специальностям.
Факультет готовит специалистов для воздушно-космической обороны, топографической службы Вооруженных сил Российской Федерации и других центральных органов военного управления. На факультете проводят занятия профессорско-преподавательский состав всех факультетов Академии и общеакадемических кафедр. За время существования факультета академических курсов прошли переподготовку и повысили квалификацию более 20 тысяч специалистов. В соответствии с требованиями времени и стоящими перед Академией задачами, все ранее разрозненно существовавшие научные подразделения Академии с 15 июля 2009 года были объединены в составе вновь сформированного подразделения Военно-космической Академии – Военного института научно-исследовательского. В настоящее время структура научной составляющей Академии максимально соответствует потребностям времени. Личный состав подразделений института занимается выпуском научно-технической продукции по актуальным и перспективным направлениям научных исследований. Основу научного потенциала института составляют 115 кандидатов и 31 доктор наук. Звание профессор имеют 18 человек, доцент – 19. Для проведения исследований институт обладает уникальными образцами лабораторно-экспериментальной и моделирующей базы, такими как экспериментальный баллистический стенд, радиолокационный измерительный комплекс «Цунами-3», комплексная самолетная лаборатория «Фотон», стенды для исследования воздействия на объекты ракетно-космической техники факторов космического пространства, модели фона целевой обстановки и другими. Многие образцы данного оборудования спроектированы и собраны непосредственно в подразделениях института силами научных работников, инженерно-технического персонала, а также курсантов Академии. Основными задачами института являются военно-научное сопровождение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведение летно-экспериментальных работ в интересах видов и родов войск, выпуск системы исходных данных для обеспечения работ по созданию космических средств вооружения на период до 2015 года, участие в рабочей группе по системе ГЛОНАСС, выполнение оперативных заданий органов военного управления. При подготовке выпускников оптимально сочетаются принципы фундаментальной
Военно-космическая академия имени Можайского обладает высоким научно-педагогическим потенциалом, сложившимися традициями обучения и воспитания слушателей и курсантов, устойчивой морально-нравственной атмосферой в подразделениях. Все это является прочной основой для качественной подготовки офицерских кадров.